Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня последняя серия из сериала вот этого комплекта. Шапка у нас уже есть, снуд есть и пинетки есть. Это все я пропишу в описании под видео, ссылки на вот эти вот все мастер-классы, они уже есть. А сегодня мы вяжем вот такие вот чудесные варежки детские на двух. Пряжа у меня 416 метров 100 граммов, два сложения. Вы же, если вяжете своей пряжей, то вяжете своей пряжей, либо в одно сложение 205 метров приблизительно. Это я ориентировочно говорю, все очень индивидуально. Если вам нужен размер больше, понятное дело, набираете больше петель. Если нужен размер меньше, набирайте меньше петель. Я сейчас измерю вот 8 сантиметров на 12, ну 11. Это мой вариант. Можно вязать без вот этого пальчика, если совсем малюсенький ребеночек, вот такую варежку, да, и короче, как вяжутся детские вот эти варежки, можно вязать без пальчика. В процессе я оговорю это все. Так, для своего размера набираю 32 петли. Так, 32 петли, спицы 3,5 миллиметра, забыла, девчонки, сказать. И вяжу сначала резинку, вот мы видим, да, этот способ мы уже с вами, кто со мной находится давно, мы уже вязали взрослые варежки именно этим способом, на двух спицах, как бы в круговую. Кто знает, кто был, смотрел, те уже знают этот способ. Но я буду рассказывать подробно, чтобы те, кто новичок, могли связать по этому видео, не переходя на то. Значит, первый, для начала я вяжу резинку 1 на 1, достаточно туго, вот, итак, я провязала 8 рядов резинкой, смотрите, так, это в сантиметрах у меня 3 сантиметра. Вот. Теперь мы будем соединять это все дело в круговое вязание. Для этого все количество петель, которые у вас есть, у меня 32, я делю напополам, и это 16 петель. И вот вяжу лицевыми петлями, включая кромочную, то есть считая кромочную, 16 петель, половину всех петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. То есть это половина. Теперь складываем пополам. Вот как бы. Здесь нам нужна одна дополнительная спица. Это не обязательно носочная, может быть обычная, нормальная. Вот. И теперь, начиная с первой петли, я вяжу ее первую петлю лицевой петлей с этой спицей, которая находится ближе ко мне. Далее с той спицы, которая находится за мной, за этой, то есть которая дальше находится, я одну петлю просто переснимаю на эту спицу. Далее с передней спицы провязываю. То есть все петли с передней спицы я буду провязывать, с задней спицы я буду просто переснимать, чередуя одну петлю отсюда. Ой. Одну петлю, вот видите, выскочила. С задней спицы просто переснимаю нить перед петлей. То есть мы переходим на узор, который называется полая резинка. Ну, переснимаю эти все петли, так как резинку 1 на 1 мы этим узором связать не можем, поэтому мы вязали так, потом сошьем. Еще как вариант, можно связать на 5 спицах резиночку, а потом перейти на 2 спицы для удобства. Ну, и еще как вариант, можно вязать на 5 спицах. Но я этого не люблю, поэтому показываю тот способ, который для меня самый удобный, вязание варежек.
Хотя детскую варежку можно и потерпеть. Но не люблю я сам. Знаете почему? Я вам даже скажу почему. Потому что я ходила в кружок в первом классе. И первое, что мы учили, кружок вязания, это носки на 5 спицах. Я не понимаю почему. Это же сложно, да, для ребенка. И вот у меня эти 5 спиц запечатлелись на весь, на всю жизнь. Я их не люблю. Из-за того, что первая вещь, я ходила в этот кружок, девочки вязали шарфы, шапки, а я как первоклассница начинающая, я вязала носок полгода, наверное, на 5 спицах. Вот. Так, вот последняя петелька, отсюда провязываю задние спицы, переснимаю. Теперь, вот они, уже у нас все петли на одной спице. Здесь, смотрите, оно соединилось, потом впоследствии оно разъединится, так как это полая резинка. Вот теперь смотрим. Здесь очень внимательно. Если вот эта петля у нас просто переснята и не провязана, то мы ее провязываем вот таким вот образом. Далее смотрим. Здесь тоже видно. Вот у нас петля оттуда. Здесь видно прям как изнаночная она. Значит, мы ее переснимаем. Вообще-то, чтобы не... Вообще-то, опять же, тут та же система. Петлю, которая у нас идет отсюда, спереди мы провязываем. Петлю, которая, смотрите, ее видно, она идет сзади. Мы ее переснимаем. Вот так вот у нас будет все вязание. Как бы провязали, пересняли. Очень важно... Правильно, но оно, я же говорю, будьте внимательны, оно видно. Кто не видел носки и варежки этим способом с прошлого года, я оставлю под видео в описании. Вот последнюю петлю снова я переснимаю. У вас может быть она спереди, последняя петля. Все зависит от количества петель. То есть если вы ее провязали, то здесь вы ее просто пересняли. Если же вы в конце ряда ее пересняли, то здесь вы ее провязываете. Здесь нет кромочных. И так далее. Я продолжаю вязать вот до вот этого места. Девчонки, я провязала, вот если считать два ряда, да, потому что один ряд это у нас сюда и обратно, да, потому что мы идем сначала по одной стороне, потом идем по второй стороне. Итого всего вот таких вот кругов я сделала 9. И на 10 кругу, вот смотрите, в противоположной стороне от вот этой вот дырки, которую мы потом либо сделать застежку, либо сшить, мы будем отделять пальчик большой. Сейчас я вам измерю, сколько. 3 сантиметра после резинки. 3 сантиметра у меня резинка. Вот. И для пальчика я отделяю первые петелечки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот, 8 и 9. 9 петель у нас на пальчике. Значит, вот эти петли я оставляю, а пальчик продолжаю вязать. Вяжу только вот эти вот петли. То есть я сейчас поворачиваюсь. Вот это тот случай, что я говорила. Здесь, когда видно, что у вас последняя петля была провязана, вы ее просто переснимаете. А далее вяжете так, как и вязали. То есть мы отделили пальчик и вяжем его отдельно. Вот эти вот 9 петелек. Точно так же, только мы разделили на 2 части. Продолжаем его вязать вверх, только вот этого. Смотрите, я провязала еще, наверное, 3 сантиметра сейчас. Ну, сколько там пальчика у ребенка? Да нет, даже 2. Ну, 3,5. Вот. Вот. И когда мы довязали до нужной нам высоты, отрезаем ниточку, чтобы мы могли ее продеть в иглу. И вот смотрите, теперь я вот эту спицу достаю
и одеваю все петельки. Только вот видите, здесь у нас пространство, мы одеваем по кругу эти петелечки. Так, и вот здесь у нас эта нить, мы просто в нее продеваем ниточку и стягиваем. Да, и сейчас проденем это все на изнаночную сторону и там закрепим. Вот видите, все петельки у нас стянуты. Теперь я продеваю иглу на изнаночную сторону. Здесь еще раз делаю несколько узлов, чтобы все хорошенько закрепить. И нить обрезаю, но только не в конце, мало ли, а вдруг выскочит, нам же этого не нужно, правильно? Вот, значит, пальчик у нас готов. Вот он, смотрите, какой симпатичненький, красивенький пальчик. Далее мы берем вот эту нить основную и, просто приложив вот так вот сюда, тоже подлиннее, чтобы потом все равно здесь образовывается дырочкой, нам потом впоследствии нужно будет ее зашить. Поэтому я вот так вот просто оставляю и начинаю вязать. Потом увидите, мы эту дырочку там замаскируем. Вот, и все. Теперь я вяжу этим же нашим способом вот эту основную деталь до нужной высоты, до момента сокращения. Смотрите, я провязала вверх, ну, сравнялась с большим пальчиком, по сути. И теперь я буду делать сокращение таким вот образом. Значит, здесь последнюю петлю не провязываем. Смотрите, просто мы будем провязывать первые две, всегда две петли вместе первые, поэтому мы их не довязываем. Сейчас я вам покажу, как это делать удобно, не запутываясь. Это сейчас я просто провязала и автоматически провязала. А вам сейчас покажу, как это сделать вот быстренько. Вот когда вы начинаете делать этот мысик, просто смотрите, да, последние две петли у вас вы поворачиваете. Вот они остались на этой спице. И просто их переснимаете для того, чтобы провязать, как бы. Вот все. И вяжете дальше уже по узору, либо переснимаете, либо провязываете петлю, ну как у вас по узору выходит. Здесь вот снова смотрите, две петли осталось, я поворачиваюсь, вот они две. Переснимаю сюда и провязываю две петли вместе лицевой. И так далее. У нас петли будут сокращаться равномерно по обеим сторонам. Вот смотрите, видите, как выглядят эти сокращения. Оно сокращается с обеих сторон. И вот когда здесь остается 9 петель, точно так же, как и здесь, я нить обрезаю. И точно так же пересниму эти все петли, оставшиеся, на иглу. Достаю спицу, опять же смотрим вот так вот по кругу, мы их разделяем, это все дело, и по кругу переснимаем. Так, здесь вот она, эта нить, я в нее продеваю, стягиваю, и вот через центр протягиваю на изнаночную сторону. Вот, и здесь уже делаю еще несколько узлов. Так, и обрезаю нить, тоже оставляю небольшой хвостик, чтобы не надо нам там, вот, если коротко, он может проскочить и продеться. Значит, вот эта нить, которую я говорила вам, вот она,
мы ее продеваем тоже на изнаночную сторону. И здесь у нас, да, после разделения вот образовалась такая вот дырочка. Сейчас мы вот этой вот хорошо затягиваем там. Так, вот так вот просто мы эту дырочку обработали. Так, опять узелок, ниточку, и здесь не буду под корень резать. Вот, все, здесь у нас все аккуратненько. Теперь вот эту вот часть. Здесь можно обвязать крючком и сделать застежку на пуговицу, но я зашью и вот здесь вот еще продену резиночку, чтобы варежка держалась на ручке на детской, потому что поэтому у меня будет с резиночкой, плюс еще вот эту вот резинку, которая соединяет эти все дела. Вот так. Так что в моем случае это будет зашито. Все, теперь осталось резинка и украшение на ваше усмотрение. Можно сделать вышивку какую-то красивую. Ну, в общем, можно делать как хотите. У каждого свое видение. Да, единственный недостаток, что здесь вот этот шов, что оно не полностью все цельно связано. Но я не думаю, что это такая прям проблема. Хочу еще сделать. Вот у меня такая резинка диаметром 1 миллиметр. Я ее продену в резинку, чтобы стянуть здесь, чтобы не слетала с ручки. Вот там, где, по изнаночной стороне, где резинка, вот прям вот возьму вот так вот иглой и продену. Вот еще сейчас мы обвяжем эту, вернее, не обвяжем, свяжем цепочку, шнурок, классический шнурок, да, для ношения вот этих вот варежек, которые продеваются в рукава. Вот в него тоже бы продеть эту резинку, но меня не хватит, поэтому я вам об этом говорю, но делать этого не буду. Вот таким вот образом. Смотрите так, чтобы и в руку ребенку не давило, чтобы это было комфортно. Так, одна варежка. И со второй я сделаю то же самое. Опять же, еще раз повторюсь, смотрите, чтобы ручке ребенка было комфортно. Вот, сейчас сделаю это. Так, готовы наши варежки. Можете еще украшать вышивкой, аппликациями разными, чем угодно, помпончиками. Я вам дала основу, а вы уже играйте как хотите. Еще что я сделаю, вот у меня другие, ну, нитки чуть-чуть другого оттенка, да и вообще качество другого. Но в пинетках у меня не хватило, ровно 200 грамм пряжи было и не хватило, представляете, буквально 5 граммов. Поэтому я свяжу этот шнурок другими нитками. Ими же у меня связан и шнурок в пинетках. Вот, значит, я зацеплю вот так вот здесь у резинки, прямо у резиночки, и свяжу цепочку нужной длины. Прям померяйте по курточке, по пальтишку, по комбинезончику, что там у вашего ребенка. Померяйте, чтобы вам была длина комфортная. Можно чуть подлиннее связать, продеть резинку. Вот. Опять же. Мамочки, у кого детки маленькие, напишите в комментариях, сколько длина. Потому что я даже представления не имею, сколько ее вязать. Сантиметров 60-70, наверное. Вот этот вот шнурок, соединяющий варежки. Напишите мне, пожалуйста, знающие, вязавшие, которые уже это делали. Сколько должна быть длина вот этого шнурка. Я надеюсь, скоро у меня будут внуки,
Я это все уже буду на практике изучать и знать уже достоверно, вот эти вот цифры детские. Вот, ну, я сейчас так визуально свяжу, как-то, интуитивно, я не знаю. Это у меня, кстати, заканчивается нить, я и на этом и закончу, как образец. Вот. И закреплю вот сюда же на вторую варежку у основания резинки. Все, девчонки. Вот такой вот у нас сегодня мастер-класс. Вяжите варежки деткам себе. Все видео в описании под видео все. И перчатки. Девчонки с прошлого года вяжут. И все довольны варежками и перчатками. На сегодня это все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока!